Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Юрий Пузыревский, и в этом видео я поделюсь с вами небольшой медитацией, которая поможет вам поднять свою самооценку. То есть, иными словами, это видео будет полезно тем людям, кто периодически испытывает некую неуверенность в себе, либо, возможно, какую-то стеснительность. Сразу хочу предупредить, что эту медитацию нужно повторять несколько раз. Чем больше вы будете повторять эту медитацию, тем лучше вы начнете ощущать эффект этой техники на самом себе. Переходим к самой медитации. Найдите удобное место, где вас никто не будет отвлекать в течение буквально 20 минут. Итак, устройтесь поудобнее и постарайтесь расслабиться. Вы можете проделывать эту медитацию с открытыми глазами. А можете проделывать ее с закрытыми глазами. На самом деле это не так уж и важно. Самое главное, чтобы вы сейчас, насколько это возможно, расслабили свое тело. Дышите глубоко, стараясь обратить внимание на каждый свой вдох и выдох. Постарайтесь отпустить все мысли, которые сопровождают вас в течение этого бурного дня. Просто находитесь здесь и сейчас. Обратите внимание на то, как удобно расположилась ваша правая нога. И как удобно располагается сейчас ваша левая нога. Просканируйте все ваше тело от кончиков пальцев ног, поднимаясь все выше и выше своим внутренним взором, вплоть до самой макушки головы. Обратите внимание, насколько удобно вашему телу, насколько хорошо вы сидите. А может быть, даже лежите. И пускай мой голос совсем не мешает вам находиться в этом путешествии. И по мере того, как ваше тело расслабляется, представьте, что вы находитесь в огромном кинотеатре. И перед вами находится большой белый экран, а вы находитесь в большом темном зале, и вы смотрите фильм о неком великом человеке, который вызывает у вас восторг, восхищение и сильное уважение. И абсолютно не обязательно, чтобы этот человек был хорошо известен вам. Это может быть просто образ с определенными свойствами личности. Пусть этот человек будет очень уверенным в себе, спокойным, с красивой осанкой, с красивыми движениями тела. Просто смотрите этот фильм. По мере того, как мы с вами продолжаем делать эту технику. И представьте, что тот человек, на которого вы смотрите, он абсолютно не знает никаких проблем с уверенностью в себе. Он не знает, что такое заниженная самооценка. Он абсолютно раскован в любой ситуации. Он знает себе цену. Он очень хорошо осознает свое величие. Но он достаточно скромный. И это как раз тот идеал человека,
похожим на которого вы хотите стать. И по мере того, как мы движемся в этой медитации, постарайтесь еще больше расслабиться. Просто находитесь в этом кинотеатре и смотрите фильм про этого человека. Пусть этот фильм длится всего 20, 30, может быть 40 секунд. И может быть там не будет какого-то определенного сюжета. Но вы видите абсолютно уверенного в себе человека, который обладает невероятной улыбкой. Он знает цену себе. Он знает цену своему слову. Он не знает, что такое неуверенность в себе. Он твердо стоит на ногах. Это тот человек, находясь рядом с которым можно чувствовать себя абсолютно уверенным в себе, как за каменной стеной. Обратите внимание, как он движется. Обратите внимание на то, как он смотрится в зеркало, когда проходит мимо него. Или как он просто идет по улице, как он общается с окружающими. Этот человек, которого вы сейчас видите на экране, очень похож по уровню энергии и внутренним качествам на того человека, которым вы хотите стать. И осознавая эту мысль, можете сделать еще один глубокий вдох и выдох. И для того, чтобы техника повышения самооценки сработала еще лучше, вам очень важно знать ваше отношение к этому человеку, которого вы видите на экране. Очень здорово было бы, если бы вы испытывали к нему уважение. Вот так. А теперь посмотрите этот небольшой видеоролик еще раз. Пусть он длится 20, 30 или может быть 40 секунд, где вы видите этого абсолютно уверенного в себе человека. И постарайтесь несколько раз прокрутить этот фильм в своем воображении. До тех пор, пока этот фильм не станет достаточно четким и ярким. Обратите внимание на ваши эмоции и ощущения, когда вы смотрите этот фильм. Делайте этот фильм в своем воображении таким, чтобы вам хотелось видеть этого героя. Таким, чтобы вы хотели просматривать фильм про этого героя вновь и вновь. И когда вы уже несколько раз прокрутили этот фильм в своей голове, представьте, что некая сила поднимает вас с вашего кресла и по воздуху начинает приближать к этому экрану, где вы видели фильм про своего героя, который обладает всеми теми качествами, которыми вы его наделили. А по мере того, как вы приближаетесь к этому большому экрану, вы еще больше погружаетесь в это знакомое вам состояние. И чем ближе вы приближаетесь к этому экрану, вам все больше хочется стать таким человеком, как этот герой. И
и в какой-то момент времени вам стоит поменяться с ним местами. Как будто он садится в середину зала, а вы заходите в этот экран и становитесь этим человеком, которого раньше вы видели на экране кинотеатра. Можете сделать глубокий вдох и вместе с этим вдохом войти в экран и стать этим человеком в этом фильме. Вот так. А теперь уже находясь в этом фильме, постарайтесь сделать так, чтобы ваше тело заняло похожую позу, ваша осанка распрямилась. И чем больше вы начинаете ощущать себя в его теле, тем больше становится ваша уверенность в себе. Вы становитесь менее застенчивым. Становитесь более уверенным. И сейчас вам нужно сыграть эту роль. Представьте, что вы находитесь внутри этого экрана. И вы стали тем героем, обладающим всеми теми качествами, которыми вы его наделили. И вам стоит проиграть этот фильм, который длится 20, 30 или 40 секунд. Но уже быть в главной роли этого фильма. Повторять те же движения, что повторял ваш герой. Те же интонации. Тоже выражение лица. Пусть этот фильм прокручивается 1, 2, может быть даже 3 или 4 раза. А вы повторяете вместо прежнего героя все те действия, которые вы видели со стороны. Вам в этот момент стоит быть этим героем. Пока вы продолжаете быть этим героем, а ваше сознание слушает мой голос, ваше подсознание обращает внимание на то, что все те качества, которыми вы наделили этого героя, присутствуют в вас. Возможно, они когда-то были скрыты, а может быть, вы просто о них забыли. Но сейчас настало время. Вспомнить эти ощущения. Наполниться ими. И представьте, что с каждым новым вдохом ваша сила и уверенность в себе продолжает расти. И постарайтесь, находясь в этой медитации, надышаться этими ощущениями. Можете повторять вместе со мной эти вдохи. Чем глубже вы дышите, тем больше ваше подсознание начинает вспоминать все те качества, которыми вы наделили этого героя, и наполняться этими ощущениями и той энергией, которой долгое время вам не хватало. Вот так. Очень хорошо. Продолжайте во время этой медитации играть роль этого уверенного в себе человека. Посмотритесь в зеркало с уверенным взглядом. Постарайтесь сделать осанку уверенного человека. Обратите внимание на жесты. Обратите внимание и постарайтесь сделать улыбку уверенного человека в себе. Вот так. Очень хорошо. А когда вы почувствуете, что вы уже достаточно наполнены
силой и уверенностью в себе, я попрошу вас во время этой медитации сжать правый или левый кулак. Пусть этот кулак будет символом этой энергии. Сожмите его достаточно сильно. И этот сжатый кулак будет являться якорем. Именно тем инструментом, с помощью которого вы сможете забрать все эти позитивные ощущения из этой медитации, для того, чтобы перенести их в реальную жизнь. И пусть ваше подсознание запомнит эти ощущения. И каждый раз, когда вы в жизни будете сталкиваться с ситуацией, где вам не достает уверенности или раскованности, вы сами, не осознавая того, будете сжимать этот кулак, и это будет спусковым механизмом, который будет включать в вас эти ощущения, где бы вы ни находились. Продолжайте сжимать этот кулак правой, а возможно и левой руки, для того, чтобы собрать всю энергию, которая есть в этой медитации, в этом погружении. И я хочу вас попросить, чтобы вы запомнили еще одну простую вещь. Что в любой момент времени вы можете возвращаться в это состояние, проделывая эту медитацию, где бы вы ни находились, придавая вашему герою все новые и новые качества, которые будут позволять вам достигать ваших целей. А пока вы держите кулак сжатым, сила и энергия продолжает наполнять ваше тело. И вот вы уже чувствуете себя совершенно другим человеком, абсолютно раскованным, с открытой улыбкой, уверенным в себе, полным силы и энергии. Очень и очень хорошо. Окей. И сейчас я попрошу плавно начать разжимать ваш кулак. Очень медленно. Сначала просто сбросьте с него напряжение. И это будет символом того, что наша работа проделана правильно. А когда будет сброшено напряжение с мышц вашего кулака, вы начнете медленно-медленно возвращаться в это пространство, выходя плавно из этой медитации. Очень-очень хорошо. И по мере того, как вы возвращаетесь сюда, вы можете полностью распрямить ваши ладони, ощутить все ваши пальцы. Вот так. А ваше подсознание помнит, что в любой жизненной ситуации, когда вы будете чувствовать недостаток ресурсов и уверенности в себе, вы можете резко сжать кулак и в мгновение ока воспроизвести в себе это состояние. Окей, продолжайте возвращаться, возвращаться сюда. И вот вы уже сильный, уверенный, наполненный, жизнерадостный человек. Окей, сделайте еще глубокий вдох. И потихоньку возвращайтесь сюда. Хорошо. Возвращайтесь в эту медитацию хотя бы один или два раза в день. Для того, чтобы еще лучше прочувствовать эти новые или, возможно, когда-то давно забытые ощущения уверенности в себе и раскованности. До скорых встреч. Пока-пока.